Почему нужно молиться, чтобы не случилось бегство ваше в субботу? А потому что суббота, если кто не понял, это из Евангелия. Да, Господь говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше в субботу. В том смысле, что когда увидите Иерусалим обложен римскими войсками, там, значит, обложат его со всех сторон, будет штурм, там будет много несчастья. Когда вы увидите, что это сбывается, то бегите. Бегите оттуда из Иерусалима. Вот. И молитесь, чтобы не было бегства вашего в субботу или зимой. Почему в субботу? Потому что если это субботний день, то это накладывает все ограничения там на все. И в торговле, и везде-везде. То есть ты бежать ты не сможешь там ни осла ни у кого взять, там еще чего. То есть проблемы будут у тебя. Тебе трудно будет куда-то далеко убежать. Потому что все останавливается. Ну, в те времена, наверное, и сейчас тоже так же. Шаббат, все останавливается в субботу. И больно-то ничего не происходит. Вот, потому что день покоя, все. И как можно бежать, когда все сидят вообще так, никто никуда не выходит. Даже, может быть, даже не увидят даже, что Иерусалим уже обложен войсками. У римлян-то не было субботы, они вовсю работали, трудились. Так что вот о чем идет речь. Просто будет тяжело. Тяжело.